Аргентинская танго, концерт Белого.
Внимание, слышно? Да. Итак, Пасодобль Рива Рита. Вот ведь какая странная судьба. Музыка в стране потрясающе популярна. А авторы музыки и слов неизвестны, как будто их и не было. Автор этой необыкновенной музыки – композитор Сансхео Хиги. Сведений о нем совсем мало. Испанец. Перед войной жил и работал в Германии и Швеции. Активно писал музыку для немецких исполнителей. Первые записи нашего Рио Рита шедевра сделан в Стокгольме, а затем в Берлине. Вот так и началось триумфальное шествие шлягера по всему миру. Пасодобль звучит и у нас в Тифани. Оркестр в репертуаре в своем содержит не только зажигательные ритмы Испании, Латинской Америки. Конечно же, в репертуаре есть и наши родные песни, музыка, написанная советскими, российскими композиторами. И сейчас прозвучит композиция на темы популярных песен. Вальсы, пожалуйста, танцуем. Thank you.
осьмого кататься. Духовые инструменты. Глаза закрыты. А в более-менее современной форме традиции концертов духовой музыки были заложены во времена правления императора Александра III. Даты рождения придворного оркестра считают 30 августа 1782 года. День генеральной репетиции духового оркестра Петербурга. Танго «Радостная встреча». В императоре Александре III, его заслугам перед Отечеством и событиям более чем столетней давности, предопределивших развитие и значимость духовых оркестров в России, был создан Русский имперский духовой оркестр, которому суждено занять подобающее место в истории российской и мировой культуры. В советское время различные духовые оркестры и музыканты собирали огромные аудитории слушателей и зрителей в парках, на площадках и на улицах как больших городов, так и небольших поселков. На эти концерты не надо было покупать билеты. И сегодня ни один слушатель не купил билет на этот концерт на фестивальной площадке. Звучит музыка, создавая ощущение праздника, хорошего настроения. И тогда люди танцевали. Я надеюсь, что и наша публика тоже будет танцевать. Знаменитый фокстрот Джон Грей.
прозвучавший Джон Грин, это первый советский фокстрот, создан в 1923 году. А в 24 году издан Блантером за свой счет в Москве с текстом Владимира Масса. На пластинку записан в Москве же в 1926 году. Основой для этой мелодии послужила дворовая песня об испанце Джонни Грине из далекой страны юга. А сейчас прозвучит один из самых популярных вальсов России «На соках Маньчжурии». Это наши постоянные посетители. Танцевали 2 года подряд у Садко Галина Николаевна. Добрый вечер. Рады видеть вас танцующими, просто слушающими. Итак, с окончанием советской эпохи банков, музыкантов сменили культурно отдыхающие граждане. А на площадях торговцы. За редким исключением музыканты стали играть на праздниках или приурочить чему-нибудь мероприятие. И как радостно видеть нам, что традиция возвращается. Танго – утомленное солнце. Секунду, включи, добрый, хватит зевать. Раз, два, три, четыре. Thank you.
Заведующим комитетом по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района Елене Юрьевне Котовой. Мы запустили новый проект. Проект при поддержке группы компаний «Крюк» и Тихвинского вагоностроительного завода. Абсолютно каждое воскресенье, за исключением 12 июня и 28 августа, когда духовой оркестр будет на гастролях, на этой сцене, на этой фестивальной площадке в 5 часов каждое воскресенье для вас новый концерт духовой музыки. Мы искренне благодарны за эту инициативу, за профессионализм руководителю Народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр» имени Школы искусств Николая Андреевича Римского-Корсакова. За то, что Ивану Григорьевичу Смольскому, за то, что действительно любое, вот, на любой спрос у этого коллектива есть предложение. Его репертуар огромен, его уровень высок. Это единственный коллектив, духовой оркестр в нашем регионе. И мы искренне рады, что сегодня здесь есть публика, добрая, настроенная. И отдельное спасибо хотим сказать Галерке, которая сидит на лавочках. И, наверное, действительно, 5 июня, когда случится следующий концерт, мы установим лавочки, которых нам так сегодня не хватает. Правда? Для того, чтобы этот концерт дарил вам полную радость. Поэтому, дорогие друзья, еженедельно по воскресеньям на фестивальной площадке в 17 часов для вас Детская школа искусств «Духовой оркестр» дарит радость. Спасибо, что сегодня вы с нами. Сейчас прозвучат колокола, назвонится.
Вероятно, концерты благословили? Войны и после нее в честь победы написано много музыкальных произведений. И одно из них, полагаю, один из самых популярных вальсов, и считался, что он офицерский вальс, и имеет название «Случайный вальс», и написал его Марк Франкин. Играет духовой оркестр. Thank you.
Теперь немного о коллективе. В 2015 году оркестр принял участие в конкурсе фестиваля имени Михайлова в городе Петрозаводске. Это была северо-западная зона. Результатом этого участия стал проект «Концерты в городе Севастополе». В сентябре 2015 года оркестр вылетал в Севастополь, участвовал вместе с коллективами из таких городов, как Магадан, Барнаул, Санкт-Петербург, конечно, Чита, что там еще, Павлово Нижегородской области, Благовещенск. И вот на этом высоком уровне оркестр был удостоен третьего места. Я считаю, что для нашего маленького города это большая победа. Но этим все не закончилось, потому что оркестр приглашен в августе этого года на Красную площадь Москвы. Надеюсь, что этот проект у нас тоже получится. Итак, Александр Журбин, «Танго для всех». Thank you.
Уважаемые танцоры, сейчас придется добавить жару, потому что прозвучит знаменитая марфуша композитора Мариновского. В программе духового оркестра много танцевальной музыки, и это радует. Но, к сожалению, на танцевальной площадке только один мужчина танцует, а остальные только женщины. Браво этому танцору! Надеемся, что на следующих концертах мужчины тоже активно будут танцевать. Итак, вальс «Березка». Thank you.
традиции духовой музыки в нашем городе, в общем-то, сильны, я бы сказала. Потому что я помню в своем детстве духовой оркестр играл в летнем саду. Там был летний театр и летняя эстрада. Правда, театр сгорел в начале 70-х. И так закончил он там невосстановлен. Но благодаря усилиям руководства города и поддержке больших предприятий городских, появилась эта фестивальная площадка, где есть возможность слушать музыку. Да, коллективу нашему 25 в этом году. И складывался он, спасибо, год за годом, вот пока не вырос такой блестящий большой коллектив, еще сегодня мы все никакие. А вообще в составе у нас не только ученики школы имени Римского Корсакова, ее преподаватели, но и выпускники, которые работают уже на других предприятиях или каких-то учреждениях других, являются бизнесменами или учатся где-то при первой возможности. При приезде в Тикпин они, конечно, вливаются в состав и участвуют в концертных программах. А сейчас вновь звучит танго. Уважаемая публика, концерт наш подходит к концу. В заключение прозвучит «Альба» – итальянский марш. Oh,
Дорогие друзья, народный коллектив духовой оркестр школы имени Римского-Корского благодарит вас за то, что вы пришли, несмотря на выходной день, за то, что удостоили нас своим вниманием. И оркестр надеется встретиться с вами в следующее воскресенье в 17:00. Всего доброго.